обычно любители любят ходить в уголок, ну, как говорится, в уголок, чтобы никто не уволок. То есть, как бы, кажется, безопасно. Но на самом деле лучше ходить в центр. Тут такое простое объяснение. Шашка в центре, она имеет, получается, выбор, ну, из двух направлений. И если бить, она, получается, четыре направления имеет. А если в углу, она может пойти только в одно. То есть, как бы, на борту слабая шашка. Поэтому главное правило – лучше всегда ходить в центр. Это первое. Второе – надо развивать, получается, левый фланг. Ну, как бы, вот середина доски, да, вот так вот, получается, тут 6 поровну, но почему-то считается, что вот он более перегруженный, и нужно левый развивать. А вообще, по ходу партии нужно придерживаться, ну, равномерного распределения сил. То есть, к примеру, если вот здесь будет 6, а здесь 1, то значит этот фланг ослабленный. Вот нужно как-то вот стремиться вот к гармонии, чтобы было примерно там, вот если, к примеру, тут шашка пропала, одна там, то значит нужно перекинуть туда, к примеру, вот поменяться сюда, вот здесь теперь 4, 4, и туда ее перебросить. Я с детства, получается, и в шашки, и в шахматы играл. Ну, так, любил, увлекался. У нас дома там книги были от отца. Он тоже в оба вида играл. И получается, как-то больше по такой природе человеческой вот, тянуло к шахматам. То есть шашки, может быть, они как, не такие привлекательные, если не знаешь тонкости игры. То есть вот для обывателя шашки кажутся очень простыми. Вот немножко там стоит узнать тонкости, и сразу уже они не такие простые, сразу же они интересные. А вот так и мне тогда казалось. А тут фигурки разные, там какие-то там кони, там люди, все смешалось. И, в общем, как-то в шахматы. И получилось, что тренер пришел, Бойко Сергей Михайлович, пришел там, в нашу школу давать сеанс. И как бы он пришел, я думаю, по шашкам, я ушел оттуда, даже не остался на этот сеанс. А потом как бы они позаписывали, ну, там, лучших, которые там понравилось, пришли потом к нему на секцию. И вот получается, что я как бы не пошел на этот сеанс, даже думаю, зачем мне шашки. И где-то через там несколько месяцев смотрю, все ходят, занимаются, там как-то увлеченные такие, думаю, может и мне пойти. Пришел, и как бы получилось так, как всегда это бывает. Последний пришел, но единственный, кто остался. Это уже, кстати, поздно по нынешним меркам. Ну вот не знаю, я же говорю, то есть тут только стоит тренеру вот объяснить какие-то скрытые нюансы, вот что нужно, к чему стремиться, что нужно строить. Они как бы как оживают, как живые, то есть воины становятся. А так, кажется, какие-то деревяшки, вот, ну, вот обыденный человек, он просто ходит там взад-вперед и не понимает, что происходит. И вот как-то вот, не знаю. То есть, как бы, чтобы понять прелесть и красоту шашек, нужно немножко вот профессионалом позаниматься, хотя бы чуть-чуть. Ну, это интеллектуальный вид спорта. То есть, что такое спорт? Спорт – это любое как бы соревнование, когда там два или больше человек, команды соревнуются, кто из них лучше. То есть, любой вид деятельности такой, это уже называется спортом. А здесь как бы не физический вид спорта, а интеллектуальный. То есть, соревнуются там, ну, не у кого там мышцы более накачанные, а вот у кого мозг лучше работает. Поэтому, ну, как бы… То есть тут как бы не надо путать физкультуру и спорт. Это как бы разные понятия. Физкультура – это физическая деятельность, а спорт – это любая деятельность, ну, связанная как бы соревновательным процессом. Ну, как бы не только же подготовиться, просто регулярно стараюсь там ходить в зал и что-то делать. Ну, чтобы просто держать себя в форме. А на турнирах, как бы там не всегда возможно себе с чем-то заниматься таким специально. Ну, гулять надо больше. Просто вот после партии там гулять побольше, час, несколько. Потому что, ну, как бы это взаимосвязано. Кстати, истощение от интеллектуальной деятельности, оно намного более сильно, чем от физической. К примеру, вот если вы там, ну, час там пробегаете, там, позанимаетесь спортом, вы наоборот себя будете чувствовать свеженьким. Ну, как бы вы устали, да, конечно, мышцы устали, но там через время какая-то, наоборот, даже свежесть будет. А если вы там 5 часов просидите над доской шашечной, то, ну, это будет истощение очень сильное. Потерянные килограммы там.
Был один случай в Бразилии, там стол упал. Как-то там какой-то стол, они там соединили несколько столов и такую положили скатерть. И вот он упал там, как-то да, облокачивается на стол. Упал стол с часами там совсем на свете. Ну так и не знаю, травму сложно получить. Моральную, может быть. Ну, до этого, еще два года до этого я третье место занял на таком же чемпионате мира. Это чемпионат мира шашка 54 по бразильской версии. В Бразилии проходил. И поэтому как бы третье, а потом первое, ну, все было, в принципе, запланировано. Там еще с юниорских турниров я постоянно выигрывал, ну, вот малую доску там на юниорских. Поэтому, в принципе, какого-то такого шока не было. Ну, это не только в Украине, это в мире сложно, потому что шашки не такой богатый вид спорта. И, кстати, в Украине дела даже лучше обстоят, чем во многих других странах. Потому что у нас есть сборная по шашкам, которая как бы получает официальную зарплату. Получается, у нас, ну, там шашки входят в какую-то категорию, и, по-моему, у нас 7 сборников, которые получают от государства зарплату за то, что они занимаются там своей деятельностью. Они в течение года получают эту зарплату. Но чтобы как бы продлить этот контракт, нужно показать какой-то высокий результат, там занять третье место, ну, какое-то такое, на международной арене. Ну, то есть получается, с одной стороны, нестабильно, потому что можно же не показать такое высокое место, да, этой зарплаты не будет. И с другой стороны, это не такая заоблачная, ну, так средняя зарплата, как по Украине. Поэтому вот это. И плюс еще, конечно, призы, но призы тоже не такие большие на турнирах. Единственное, что вот сейчас появился Китай в шашках, уже 10 лет, как Китай развивает шашки. И вот они действительно проводят турниры с большими призовыми фондами. Мало чего делается для этой популяризации. То есть в основном, ну, чем занимается федерация, основная работа, вот она просто проводит турниры, там, ну, это тоже как бы популяризация, но это как бы минимум, там, чемпионат Украины проводит, и как бы вот это связки с министерством, потому что министерство дает деньги на финансирование там спортсменов, и все. А, ну, это же как бы только айсберг, это как бы ведущие спортсмены, там, ну, там, даже если молодежь, это лучшая молодежь. А получается, должна же быть еще как бы подпитка, ну, вот, масса должна быть. То есть любители шашек, те, которые как бы знают об этой игре, вот в этом плане ничего не, ну, как бы не делается. Вот, к примеру, в Каменской есть такой город, там вот они в свое время, с чего начали? Они начали проводить чемпионаты какие-то там, мира, матчи. И плюс они включили вот СМИ очень серьезно в это дело. И это вот самое важное, то, что нужно. Получается, как бы у каждого шашки на слуху, каждый там горожанин, он знает, ага, у нас там чемпионаты проводятся, у нас там спортсмены есть. И тогда как бы проще там какими-то чиновниками, спонсорами работать. И тогда как бы, ну, там ставки тренерские появляются. Вот как бы с этого нужно начинать. У меня есть квартира, да, в Харькове. Я же сам из области, yeah. Из Купянска. Я, получается, учиться приехал, и да, и потом вот постепенно, через нескольких лет. Поэтому реально. Там, значит, получается, это после университета. Я там вначале хире закончил, а потом еще там, в инфизе получал второе образование. Но и получал же зарплату вот в этой сборной. И получилось, я там где-то неудачно выступил, и как бы эту зарплату перестали платить. И вот, ну, вот такая ситуация, зарплату не платят, а жить же как-то надо. И что делать тогда? Я вот думал, может, надо оставлять шашки, и как-то, получается, хотел где-то себе в другом месте применения найти. Но как-то это недолго продолжалось. Вот как раз, кстати, вот это интервью мы записали, а потом я думаю, ну я же спортсмен, это же мое как призвание, зачем я буду там где-то работать, если вот это я умею делать лучше всего. И я как-то там перестроил свои мысли и буквально, вот как-то вот, видите, все связано в этом мире. Вот я их перестроил. И буквально через несколько месяцев меня включили в чемпионат мира. Я там был запасным,
каким-то даже не первым запасным, там вторым запасным. Отказался там какой-то француз участвовать. Потом бразилец не доехал там из Бразилии. И меня включили в этот чемпионат мира. То есть, и все, я попадаю в чемпионат мира. Хорошо там играю, хотя без подготовки. Занял 6-е место в стоклетке. Выполнил звание международного гроссмейстера. Ну, как бы вроде бы успех. И возвращаясь в Украину, там министр, может быть, кстати, тогда был вот наш Христоев там каким-то, он был замминистра, и вот что-то там такое было. И как-то мне возвращают эту стипендию, ну, типа 6-е место, высокое место, получается, посредине года мне возвращают зарплату, и все, опять у меня как бы есть источник, как бы, ну, как жить, и все, я опять стал шашистом. Есть Всемирная федерация ПМЖД, которая там в 40 каком-то там еще году была основана. Она проводила все время турниры по стоклеточным шашкам и потом также начала проводить по шашкам 64. И вот буквально там недавно, там лет 5 назад, от нее как бы откололась другая федерация, IDF, которую там возглавляет Лангин, россиянин. И он как бы стал проводить только по шашкам 64 турниры отдельно. И получается, вот я какое-то время играл только в стоклетке, а потом решил и в 64 сыграл, стал чемпионом Украины. И как бы получается, на тот момент вот только вот эта федерация IDF проводила по 64 чемпионаты. И я туда к нему приехал, а он говорит, я тебя не пущу, то есть я тебя дисквалифицирую. Ну как бы он заранее там это объявил, хотя мы уже там билеты купили. А мотивировка была какая-то очень туманная. То есть туманная такая, запутанная, там какой-то имидж. Ну, в общем, непонятно. Каких-то четких ответов добиться не удалось. Да, даже, ну, там вот абсурд такой. Он даже упоминал интервью, которое давал как бы их же изданию. Ну, как, то есть если ваша, там, как бы у них фонд развития русских шашек взял мне интервью, ему это интервью не понравилось, ну, зачем тогда вы брали? Ну, то есть как бы там очень странный такой руководитель, не знаю. И потом как бы добиться никакой правды не удалось. Потом оно как бы там начало все это раздуваться, там, конечно, журналисты включились, там кто-то что-то от себя добавлял, там оно потом там обросло там всякими, там, и вышло уже, ну, как бы на такую национальную тему, то есть вот, что получается, россияне, украинцы дисквалифицируют, там уже начались там вышиванки добавили, все это, ну, это как бы резонанс придало. Там министр из-за этого как бы в это вмешался. Ну, там получилось как, когда вот мы были в Грузии, вели переговоры, и с одним из наших представителей, ну там до этого уже были статьи какие-то в интернете, и фотография в этих статьях была, где я в вышиванке сижу со шашной доской. И вот этот президент этой федерации IDF, он говорит, а что вы все время постите вот эти статьи, и все время он в вышиванке, он что, бандеровец? Ну так вот он сказал. И потом, когда я приехал, я это сказал, ну, журналисту одному. А там же уже идет такое, то есть они как бы что-то там услышали, потом это все пошло, и получилось, что как бы дисквалификация за вышиванку уже, но это как бы не было первопричиной. Хотя, что конкретно является первопричиной, тоже не ясно. Ну вообще, когда мы поехали в Грузию, там вели переговоры, там был чемпионат Европы. И вели переговоры, говорим, давай, ну как это, включайте там. Он нет, ни в какую, то есть у него это как дело принципа было каким-то, не знаю. И он даже предлагал, говорит, ну давай сейчас тебя дисквалифицируем, а потом предлагал даже в каких-то турнирах сыграть, где он меня как бы принимает, ну бесплатно. То есть вот так как бы вначале наказывает, а потом как бы вот подкуп такой. Ну не знаю, что это за манера такая. И мы как бы отказались, ну потому что вины-то нет. За что? Хотя бы если бы объяснили это нормальным языком, а так какие-то просто такой абсурд. И да, решили идти в суд, но как идти, никто не знал, то есть даже федерация. И поэтому, как бы, когда вот резонанс такой пошел,
вот этот юрист Антон Сотер, он как бы там как-то через федерацию, ну, наверное, президент нашей федерации как-то на него вышел. И он, ну, там фактически бесплатно решил вот вести это дело. Благодаря этому только мы его и выиграли, потому что там, ну, он такой профессиональный юрист. Он, кстати, там, не знаю, жил в Киеве, но он, по-моему, уже уехал жить и работать в Швейцарию. То есть не задержался. Ну, вот он так четко все это дело вел. И хотя, мне кажется, там настолько оно абсурдно было, что ему даже было, ну, как профессионалу, не сложно все это сделать. Получается, спустя, не знаю, где-то полтора года, там было одно электронное такое заседание суда, там нам предлагали вообще как бы, ну, мирно решить этот вопрос, то есть внутри федерации. Этот он вначале обещал, потом отказался и просто начал игнорировать вообще все письма. Ну, как бы, и еще вдобавок ко всему дисквалифицировал всю федерацию шашек Украины. Ну, и говорит, федерации шашек нет у нас, поэтому мы не можем рассматривать вообще никаких ее, ну, вопросов членов федерации. И суд, как бы, там тоже люди смотрят, такое дело происходит. И все-таки, когда он затянуло, суд вынес решение, что значит снять эту дисквалификацию полностью, и еще федерация должна выплатить компенсацию в размере 5000 франков швейцарских, ну, это где-то 5000 евро мне, и еще 1000 вернуть тот взнос, который мы платили, ну, изначально в этот суд. И плюс компенсировать, там, не компенсировать, а выплатить, как бы, расходы в сам суд, там тоже где-то 16 тысяч, что-то такое. То есть он вообще дорогой суд. Он как бы может идти навстречу, вот если там видит, что какие-то там небольшие призовые у спортсменов, то может, ну, и бесплатно рассмотреть дело. Но потом, когда он выносит решение, то он как бы вот забирает. И получается, федерация должна и суду выплатить, и мне. Многие боялись, кто играет только в 64 шашки, получается, тогда проводила только вот эта IDF, она как бы узурпировала это право. Она говорит, мы вот выходим из ФМЖД и будем только проводить сами, больше никто не имеет права. И люди думают, а где мы тогда будем играть? Вот они в стоклетке не играют, и что им делать? То есть, ну, тебя дисквалифицировали, а нам, ну, что как бы до этого? То есть они, да, стали вот на сторону такую свою, эгоистическую. И потом, кстати, эти же люди, которые как бы вот меня не поддерживали, они потом выиграли сами от этого решения, потому что позже ФМЖД стала проводить тоже чемпионаты по 64. И вот этих, которые вот из Украины там ругали меня, говорили, что ты делаешь, ты нам там сейчас все испортишь, нам играть негде будет. Они потом сыграли в ФМЖД в 64, там кто-то чемпионом стал, кто-то призером, и как бы сейчас у них все нормально. Ну, так как знаю, чем это хорошо закончилось, то, естественно, думаю, что второй раз то же самое бы сделал. Но хотя вначале было неприятно, особенно когда вот первая дисквалификация, ну, ты вроде бы ничего не делал, тебе говорят, вот мы тебя не пускаем в турнир, ты там готовишься, ну, для спортсмена это такой серьезный удар. Чемпион Украины, там приезжаешь на чемпионат Европы, а тебе говорят, нет, мы тебя там не включим, ну, как бы это такой шок. Если честно, не хочется. Формально могу, но мне кажется, если я приеду, меня опять не допустят. Мне так кажется, новую какую-то сделать дисквалификацию. Он же еще за эту как бы не рассчитался, не знаю. Ну, пока нет, потому что пока есть где играть. ФМЖД сейчас проводит чемпионаты мира, Европы. И как бы, ну, не хочу опять туда идти. То есть тебя там не ждут. Да, тогда обещали орден за вот эту как бы такую стойкость, скажем так. То есть вроде дисквалификация, мы там не сдались и боролись. И обещал, и вроде бы мы документы собрали, потом я там у советника министра уточнял, они, получается, министр их там подписывает и куда-то отдает президенту или куда. И вот документы все были там, ну, не знаю, там лежат где-то, рассматриваются до сих пор.
Так. Давненько не брал я в руки шашки. Действуйте. Нет, чуть-чуть можно, да. Ну так. Чуть-чуть. Мне как бы, если часто не пьешь, то достаточно и чуть-чуть уже там какие-то пошли помутнения. А все, что больше, это уже получается как отравление организма. Поэтому курить, пить вредно. Предпочтение даже у черных, потому что как бы белые вроде бы у них ну, выбор есть какой-то, но все равно окончательный уже выбор за черными. То есть как бы белые первое слово делают, а черные уже говорят, ага, ты так, ну давай мы такое, ну как бы направление или такое. То есть как бы черные определяют, как бы какой тип там дебюта ну, будет разыгран. Чаще. То есть шашки более ничейная игра, и из-за этого выиграть сложнее. То есть, чтобы получилась сложность, надо, чтобы, в принципе, оба соперника захотели. Вот если оба хотят какую-то борьбу получить, тогда она там даже, ну, вообще не поддается какому-то там анализу, там такая головоломка получается, сложно разобраться. А вот если оба настроены миролюбиво, или даже один, ну, хоть убей, вот хочет ничью, то как бы сложно его проломить будет. Кстати, вот в эти шашки обычные, там русские, бразильские, уже не играют вот по обычному дебюту, то есть, к примеру, так вот ну, не играют. Придумывали как бы жеребьевку такую, там вытягивается там номерки, и потом, к примеру, там начальная позиция вот какая-то там вот такая. Ну, потому что если обычно, то уже все известно, книги расписаны, то есть, если два сильных игрока играют, это может быть долго, недолго, ничья просто, выиграть невозможно. Поэтому нужно какую-то или надвигать какую-то такую позицию необычную, ну, чтобы она не встречалась. То есть, тогда какой-то шанс результата есть. Китайская школа, она такая правильная, то есть стратегическая, там нужно, во-первых, подготовка идет, ну, с детства, там, приходит там человек на тренировку, ему там говорят, вот, ты там прорешай такие-такие задания, потом посложнее тебе, потом там тебя учат какой-то стратегии, и так вот потихоньку человек так растет, вот такой в Европе, вот в Азии они, вот китайцы те же, они сейчас, в принципе, тем же способом идут, потому что тренеров они приглашают, ну, я тоже, кстати, езжу туда иногда, тренеров приглашают они из Европы, и поэтому они таким же способом развиваются. А вот африканцы – это какой-то вообще феномен. Потому что там я как-то с одним общался, там Джафанг, он один там, из сильнейших, он был призером мира из Камеруна. Да. И вот он рассказывает, как у них там происходит. Они просто играют, у них нет никаких учебников, он даже не знал, что учебники существуют по шашкам. То есть они играют в каких-то там клубах на улице, вот приходят просто и вот играют много партий. У них нет часов, у них там правила раз, два, три. К примеру, вот раз, два, три нужно сделать ход. Не сделал ход, шашку забрали у тебя. Ну, как бы вот быстро надо. И вот они, получается, за счет того, что они много-много играют с детства, они как-то учатся. Но я вообще не представляю даже до сих пор, как это можно сделать. И причем вот у них очень сильная комбинация на зрение. Они как-то эти комбинации видят. То есть, к примеру, мы там должны там книжку одну, вторую прорешать. И тогда как бы ты уже начинаешь их видеть. А они просто как бы играют партии. И как-то потом их смотрят, я не знаю. Вот уникальный случай. Вот у них такая своя своеобразная школа. Африканцы, они любят как бы там в дамки прорваться, какую-то комбинацию провести. Стратегически строятся не очень красиво, но вот как-то вот на расчете потом переворачивают. В общем, это уникально, потому что, к примеру, в других видах спорта, там, в тех же шахматах, африканцы, ну, посредственные. Там, ну, нету таких сильных. Там у них азиаты. А вот шашки есть. И то, как способ, как они учатся вот, играть на улицах, просто играют каждый день. Этого Джафанга там тоже он рассказывал, его папа бил даже за то, что он играл в шашки. И он там скрывался, но все-таки потом стал чемпионом Африки, там попал на чемпионат мира. И он там, отец с ним начал гордиться. У них там просто там детей много, у него там 11 детей, он там самый старший, а он еще там бегает в шашки, играет. На разных языках, кстати,
по-разному. То есть где-то в каких-то языках это мужского рода, как бы там король. Вот в китайском там это король. Mm-hmm. И, по-моему, в английском тоже это кин. А вот в каких-то таких вот в русском языке дамка, в всяких вот в испанских, там, французских тоже это женского рода. Кстати, этот Гантвер, чемпион мира, недавно рассказал историю такую, что его там где-то объявляли, говорят, чемпион там, ну, с итальянского, там, Джо до Дамас. И как бы, а кто-то там человек несведущий был, говорит, чемпион там среди женщин, там как-то там удивился. Типа, по женщинам чемпион. Реально. Бывает, что те же африканцы бывают украл. То есть, как бы там отошел куда-то, он спер шашку, там, особенно в стоклетке их много. И потом там такие правила международные, если ты сделал ход и нажал на часы, то значит, как бы ситуация заигранная. То есть ты согласился с тем, что произошло на доске, то есть ты должен проверять. Ну а так зевнул, ну можно попасться на какую-то там комбинацию простую. Ну, когда-то играли в качестве развлечения. Есть еще другая игра, называется перевертыш. Вот так вот берем. Вот этим шашкам уже сложно. Надо, короче, в общем, вот так вот, чтобы она навалилась. И тогда это, значит, убитая шашка. Ну, это больше же уже не интеллектуальная игра. Это уже больше из области там развития пальца. Раньше было в детстве много примет, как бы я был очень суеверный, там, вот самые популярные приметы это ручки, вот если начинаешь писать какую-то ручку, там, как бы, когда партия играется, надо записывать ее, и обычно пишешь какую-то ручку, если хорошо партия идет, то продолжаешь писать этой ручкой, вот, как бы, такая самая популярная примета. Потом тоже, то же самое одежда, или там, ну, да, там, образ какой-то там жизни, там, прям, встал, там, пошел, зубы почистил, а потом в туалет сходил, или вначале в туалет, потом зубы почистил. И как бы, если дальше это там хорошо закончилось, то ты начинаешь это повторять. Ну, мне кажется, это как бы просто сам себя накручиваешь. И как бы с дальнейшим я меньше уже на это обращаю внимание. А в детстве это было популярно, даже вот в Бразилии, там мы играли в турнире, там же жарко, там 40 градусов, а у меня был свитер, там как-то или прохладно было в начале, или просто в этом свитере я там какие-то до этого турниры выигрывал. И я просто приходил в свитере, там жара, люди в футболках, я играл в свитере. Это вот первый чемпионат, там, где я третье занял. Так что были такие приметы. Да нет, таких каких-то супер нету. Обычные. Китайский изучаю. Есть вообще есть сильные программы шашечные. Человек уже не может бороться, как бы. Ну ничего может сделать, а выиграть не может. И как бы есть сильные просто программы, с которыми я там что-то анализирую, смотрю. Вот единственное, что как бы в чем отличие, в шашке вот есть такая ничейная возможность, если человек, ну, грамотно будет строить вот стратегически свои силы, то компьютер, ну, не сможет у него выиграть. Как бы он, ну, человек не будет создавать слабости у себя в лагере и будет ничья. Вот в этом как бы преимущество. А, к примеру, шахматы, мне кажется, там даже ничуть не может человек сделать. То есть он будет проигрывать. Компьютер как бы будет усложнять ситуацию, там человек не сможет вот этими своими, ну, понятийными вещами как бы удержать равновесие. А в шашке можно. Да не, это нереально, это сложно. Это нужно... Ну, у нас вот в Георгии, чемпион мира, вот он как-то увлекается шахматами, но не знаю, как он. В силу кандидата в мастера спорта он играет, наверное. Не знаю. Ну, Иванчук, он просто, он такой любитель игр.
Он, ему как бы нужно все время во что-то играть. Видимо, шахматы, вот если он всю жизнь играет в шахматы, ему тяжело. Причем, что значит все время? Вот практически каждую минуту своего времени он, вот он даже когда ест, вот он идет там, набирает на поднос, и видно по его мимике, что у него в это время голова работает, он какой-то вариант считает. Поэтому, и, видимо, для переключения вот он играет в шашки. Играл в блиц с ним, да, но я выиграл, ну он как бы, он прогресс, он, тут есть голландцы, которые играют, я не знаю, по нашим меркам, ну какие-то кандидаты вот они такие, ну вот он с ними уже обыгрывает их, то есть у него реальный прогресс, за сколько там, сколько он лет уже, года 3-4 играет. Конечно, хочется всегда выиграть, но нет такого, что вот я там должен там взять на первое место занять или там призы попасть. То есть если человек об этом думает, о результате, то результат будет негативный. Перегораешь. Просто приезжал, играл. И потом по ходу турнира как-то пошло у меня. Выиграл там у двоих якутов. Они прилично именно в 64 играют. Но там в трех видах программы я с 5 якутами сыграл и 5 раз выиграл. И поэтому потом, ну, как-то так зашло. Ну, хотя в 64 я всегда хорошо играл. Я же с них начинал. Потом просто в какой-то момент я перешел на 100 клетки и меньше играл. И поэтому как бы все забыли. Ну, а так 64, это же мои родные, я с них с детства. С детства у них играю, и как бы после 100 лет так даже легче у них играть, как бы доска меньше, там чуть вариантов меньше. Поэтому, в принципе, если кто-то, ну, думал, что там я не претендую, ну, как бы для себя я всегда как бы думал, что вот я где-то там на тройку могу рассчитывать. И получается, это же как бы вот тот чемпионат Европы, за который меня дисквалифицировали в Грузии, вот я точно такой же, аналогичный, сейчас выиграл, спустя, получается, 3 года. Когда-то там 10-кратный чемпион мира по 100 клеткам, он самый такой титулованный, 10 раз никто не был, он стал чемпионом мира впервые 24 года. И он говорит, что вот это было поздно. То есть 24, это он успел уже там запрыгнуть в уходящий. То есть важно именно первый раз стать. Потому что потом уже, когда второй, третий выигрыш, это другое. А вот именно первый нужно пораньше, когда вот такой рассвет. Вот где-то в районе 25 там. Ну, хотя кто-то и там туда ближе к 30 становился. Тот же Георгий, по-моему, он был как бы сильным таким, но не выигрывал титул. И только вот где-то в 29 он выиграл. Что-то вот такое. То есть вот где-то вот 25 – это вот такой рассвет, где как бы еще много сил, но уже и опыт какой-то есть, вот, мне кажется, в этом. А потом уже дальше, ну, как бы там почивать можно такой на лаврах, ну, после 30 там какое-то время. Дальше уже сложнее, дальше уже, в принципе, такого какого-то роста нет, но уже есть опыт, и можно за счет каких-то других качеств выигрывать. А так вообще выступать можно долго, потому что вот сейчас турнир был в Испании, в Сало, и там выиграл его Гантварх, ему 70 лет. То есть, ну, выиграл и там уверенно. Поэтому просто если как бы речь идет о там звании там чемпиона мира, да, то тут, конечно, уже сложнее, чем дальше, тем сложнее. Но хотя вот и в 50 лет у нас, ну, такие долгожители, там Шварцман стал, ну, 50 было в 2017-м. То есть, ну, это не в первый раз, он уже был чемпионом, он как бы знал этот вкус, но вот он третий раз, а четвертый, вот он 50 лет выиграл. Пока никогда не думал, хотя хотелось бы, потому что давненько у нас не проходили турниры, какие-то проводились, хотя бы украинского масштаба, не то что международного. Все-таки приятно, когда, ну, дома никуда там не надо ехать. То есть, ну, а так именно про свой турнир еще не думал. Я не могу сказать, что как бы я полноценный тренер, да, вот что там детей набрал еще, но так как консультант в большей степени, я китайцев консультирую. То есть,
Вот как-то с ними неплохо получается. Поэтому можно и, конечно, и у нас тоже уже более полноценно потом работать, тренировать. Ну, хотя сейчас, конечно, все равно больше мыслей, ну, как бы о себе. Потому что это разные направления. Тренер, он как бы отдает, да, а спортсмен, он, наоборот, берет на себя. И когда это идет совмещение, ну, тут как бы не получается. То нужно выбирать. Или будет иначе плохой тренер, или плохой игрок. Такой вопрос интересный. Потому что вот в детстве многие там тренера говорят, вот приводите там детей на шашки, и они будут потом там и учиться хорошо, и все на свете делать. Тоже, как бы, не знаю, научных таких работ больших нету. Сказать наверняка нельзя, потому что, может быть, если ребенок талантливый, у него там какая-то область мозга развита, он может и в шашки хорошо играть, да, и математика, и там языки учить. И способствует одно другому или нет, непонятно. Может быть, наоборот, в шашки отбирают время, и потом там в учебе не будет хватать. И точно так же и в жизни. Ну, нельзя сказать, что прямо такая какая-то зависимость есть прямая. Но все равно, я думаю, что если с детства человек, ну, приучается какой-то дисциплине, да, там, планировать какие-то свои действия, отвечать, ну, за свои действия, то есть, к примеру, если ход сделал, уже руку оторвал, да, то назад вернуть нельзя. И получается, ответственность вырабатывается, ну, вот, вначале подумать надо, потом пойти. Вот это может быть где-то для детей особенно полезно, потому что так, ну где это, кто это воспитает, а так вот через игру получается вот такие базовые какие-то вещи общечеловеческие, они, может быть, воспитываются. И, кстати, вот, ну, никто особо не задумывается, может быть, если вот там где-то в детском саду вот в шашки там давать, потому что они как бы по правилам проще других игр, чем доступней. И, может быть, это как элемент воспитания какой-то. То есть есть такие идеи, если это внедрять, вот так вот. Если где-то у тебя есть, ну, успехи, да, получается, и это как бы ты чувствуешь, это твое, то не надо никого слушать, там это престижно, непопулярно, или что-то там, ну, многие там люди разное говорят. То есть ты, ну, лучше всего себя реализуешь в том, что как бы твое. Чем ты будешь чем-то заниматься другим, которое, может быть, там все занимаются и говорят, вот иди туда, это хорошо, но ты там ничего не добьешься. Такой небольшой блокнотик с моим автографом, и тут шашки написаны на разных языках, и на китайском, тут и на английском, вот, и тут такие диаграммки, можно что-то записывать, и значок Китайской Федерации Шашек, вот такой необычный. Сыграем. Можно попробовать, чтобы эффектно было. Я только не знаю, смогу я у вас выиграть или нет. У вас будет одна шашка, а у меня все.